Итак, дорогие друзья, рада вас приветствовать. С вами Надежда. И сегодня у нас очередная распаковочка посылки сибирского здоровья. Давайте посмотрим, да, что же я такое заказала. Ну, во-первых, хочу похвастаться. Весна, девочки. Это куб красоты. Чем же он так хорош, кроме того, что он красивый? Я отдельно про него сниму видео. Сейчас я скажу только то, что он полезен для волос, ногтей, для состояния кожи. Это все очень полезно. На самом деле у многих после ковида, после вот всего, что у нас там происходило, полезли волосы. У меня тоже они просто что-то жуткое было. Муж вообще там возмущался, что по квартире одни волосы. Но вот тем не менее, да. Вот, хочу пропить курс и расскажу на себе, как это все есть. Ну, куда же без сладостей? Даже сладостей. Это у нас жевательный мармелад, это иммуномармелад, а это у нас мармелад бьюти со вкусом персик манго. Тоже все попробую, все вам расскажу. Отдельно сниму видео. Вот коробочка, это барата и амарант. Весной надо очень многим, потому что это средство от аллергии. У меня где-то во время вот пандемии случилось первый раз в жизни такое событие, как непонятно на что, тоже где-то по весне, в районе 4 марта, на 21 года это случилось. Ни с того ни с сего пошла жуткая аллергия и перешло все это в отек квинки. Тогда я еще не знакома была с продукцией сибирского здоровья. Точнее, была знакома, пользовалась, но никто не подсказал, что там есть средства от аллергии. Я там больше пользовалась тригель, такие очищающие средства. Слушайте, никто не подсказывал, никто не говорил, и мне даже в голову не приходило смотреть. На самом деле, меня бы очень спасло тогда от аллергии, потому что очень долго я лечилась. Ну вот, и вот это вот спасает, конечно, поэтому я от аллергии беру. Бом, упала. Не поднимать же. Опять же, средства для наших глазок. Лютеин и арония. Я уже рассказывала про средства для глаз. Это другое. Тоже все попробую, все вам расскажу. Так. Легендарный бальзам корень в нашей семье, он закончился. Это вообще для всего, растирания, для ушиб, для ссадин, для ОРВИ, все, что только можно, это корни буквально лечатся. То есть отдельно просто тоже есть видео, все рассказывается, вообще легендарная продукция. Наверное, скорее всего, сибирское здоровье многим знакомо по вот этому бальзаму корень и тригель. Это вот, наверное, два направления. Еще живокост, на самом деле, многие знают, но не все живокосты одинаково полезны. Мне даже муж в свое время говорил: ой, живокост не помогает. Я говорю: ну как не помогает, когда я для него взяла живокост, и мы стали его там суставы скрипящие смазывать. Он говорит: ой, как же так? Я говорю: ну потому что существует очень много живокостов, и они разные. По-моему, то ли 12 видов, то ли 20. Вот я, честно, сейчас не помню на память, но очень много живокостов, это везде разные составы. Вот в сибирском здоровье хороший живокост. Так, и, девочки, я первый раз тоже беру, потому что все вообще хвалят. Она себе не пробовала. Пробую первый раз. Я говорю, проблемы с волосами, волосы вылезали, поэтому я беру сейчас вот такой вот комп для себя. И как раз одновременно и беру шампунь. Красный перец, касторовое масло. Ну, на самом деле, касторовое масло уже понятно. Красный перец тоже понятно. И здесь еще много-много всего. Экстракт элеутерокока, красные щетки, сагандаля. Сагандаля, я чай очень люблю на самом деле пить.
Ну и байкальский шлемник. Надо попробовать, потому что все девчонки, которые пробовали, говорят, что потрясающее средство, волосы начинают расти, то есть даже буквально там появляется вот как ежик такой вот. То есть, ну, это вот все у нас после пандемии, мы пытаемся восстановиться на самом деле. Ну и, собственно говоря, взяла я тоже первый раз маску для волос, кератин и липиды, маска восстанавливающая, то есть с экстрактом сибирских растений. Здесь также элеутрако, красная щетка, сагандайля, моралевого корня, байкальского шлемника. То есть по составу все очень даже необычно для маски для волос и для шампуня. Мне бы на самом деле в голову не пришло бы такой состав использовать. Но будем пробовать, потому что я еще раз говорю, что я полностью доверяю компании и доверяю своим коллегам, которые рассказывают. И обычно все это очень совпадает по отзывам, все это буду пробовать. То есть вот это и это я пробую первый раз. А до этого я все рассказывала по составом, по отзывам, по тому, что коллеги говорили, да, вот на себе буду пробовать, будем смотреть результаты на самом деле. Вот такая вот сегодня распаковочка у меня получилась. На самом деле обожаю продукцию сибирского здоровья, и вся семья у меня тоже пользуется, ну, потому что на самом деле продукция качественная, цены доступны, и что еще интересно, мало того, что сравнивали тоже по ценам, и по составам, да, достаточно все приемлемо. И когда мы становимся привилегированными клиентами или партнерами компании, то там еще получаются дополнительные бонусы и плюшки. На самом деле я оставляю ссылочку вам, если что-то заинтересует из продукции. Говорю, реально вот сейчас вот рекомендую попробовать тоже шампунь вместе со мной. И рекомендую, улетел у меня средство от аллергии, потому что весна сейчас быстро придет, и вот аллергия быстро-быстренько придет. А, еще одно средство я не достала. Это диосмин и рутин. Это вены. Что делать? Что делать? На самом деле, девочки, которые рожали, таскали тяжести, таскали детей. Многим это тема знакома, что вены появляются. Ну и с возрастом тоже они появляются, поэтому венотоник. Тоже, кстати, буду первый раз его пробовать, посмотрю, тоже скажу про результаты. Вот. Ссылочку я оставляю на сайт, по моей ссылочке регистрация бесплатна, и там от 5 до 15% будет скидка на продукцию, и если вы будете постоянным клиентом, то там еще будут тоже бонусы, плюшки от компании. Если есть вопросы, пишите в личку. И я также приглашаю в свой клиентский чат, который я веду в ВКонтакте и в Телеграме, где рассказываю более подробно про продукцию. С вами была Надежда. До новых встреч. Пока-пока.